Вот я подхожу, вот Игнатий Иванович подтаскивает тачку. Хочет мордушки забрать. Что улова уже почти нет никакого вообще. Это то, что Сергей делал пупков. Мордушку. О, фата. Потому что холодно, не ловятся, и мордушки могут утащить. А я схожу который раз, и все зря. Поэтому решение принято унести домой, увезти их. И промыть хорошо, особенно ту. Просушить. Тогда оно будет выше. Это поплавок. Стало ловиться. Ловочки. Я уже тут был. Я их вытащил и спрятал. Никто не тронул. Ну, после обеда. Я часов в 10 был, наверное. Все надо будет потом просушить, промыть, и тогда по новой, если погода будет хорошая, не отказываюсь дальше ловить. А сейчас еще нет, уже дня 4 я ничего не приношу. Как? От скуки. Вот так. Повесил ее на крапиве, чтобы она просохла. Видно? Да. Вот. Я ее отсоединил. Веревочки придется забрать. Потому что совершенно неизвестно, будем ли нынче мы ловить. Хорошая, конечно, мордушка. Самая большая ловина. Впрочем, можно оставить, потому что крапиву никто не увидит. Она привязанная. Вот эту я брал ее, и мне отдавать уже неудобно. А Никита в армии. Я сказал ему позвонить или соединить меня, чтобы он мне ее отдал. А я ему дам столько, сколько в то время, когда он вернется из армии, такая новая будет стоить. Потому что она мне очень помогла. Ну вот и все, считай. 4 мордушки. Больше всего вот эта сеть, считай, помогла. Так, стоп. Сейчас я поеду. Тут ни подшипников, ничего нету. Богу за все.